Следователи выясняют обстоятельства гибели 17-летнего курсанта Чвакуша. Подростка нашли мертвым в лесу в Сосновском районе. Известно, что парень пропал 11 августа вечером. Он ушел из дома, а телефон оставил. Его искали волонтеры и полицейские. Нашли лишь в обед следующего дня мертвым в лесу около поселка Северный. Причины гибели устанавливаются. По предварительным данным, смерть курсанта не носит криминального характера.